Ну, а теперь давайте с вами сделаем следующее. Сделаем сюда винтики, да? Возьмем для этого шарик. Где у нас шарик? Так. Перейдем сюда. Будет мут. Уберем все. Так. И сделаем следующее сразу же. Вот это нам совсем не нужно ни с какой стороны. Поэтому выделим. Удалим. Далее возьмем вот этот в круговую, зажали, все, вот оно, так, Face Grid Fill, готово. Ну и теперь отрежем половинку. Посмотрим отсюда, так, и вот это вот отрежем, ну, даже больше можно вырезать, вот так, но не забываем при этом, вот тут делать так, удаляем фейсы, удалили, хорошо, далее выделяем штуку, еще раз Alt и говорим F, заполнили, так, прекрасно. А далее выбираем ее еще раз, убираем все трансформации, это мы не выбрали все, да? Информацию убрали и проверим на Ctrl Alt. Так, нет, все нормально было. Хорошо. Далее мы возьмем вот это ребрышко, зажмем Alt и Ctrl V. Вот так его сделаем. Хорошо. Отличненько. Ну и следом возьмем кубик. Кубик уменьшим. По оси Y увеличим. По оси Z увеличим. И выведем ее наверх. GZ. Вот так. То есть это будет тот самый шлиц, который нам нужен. Он может быть чуть побольше по сравнению с шляпкой. Можно сделать чуть побольше. Z по X. Вот так. Ну и, в принципе, тут остальное. Это уже смешно, как просто, да? Просто выделим эту штуку. О, они слились, понятно. Поэтому L и P отделили. Все, отлично. Теперь объект. И говорим Fast Curve. Из вот этого, не, подождите, ребята, из вот этого, да, а выделить нам надо вот это, дифференс, все, сделали, ну, давайте-ка назад сыграем, сделаем поглубже ее, GZ,
Вот так. Так будет посимпатичнее. И дифференц теперь. Все. Вот такая у нас эта штука есть. Мы ее теперь скажем, что нам нужно объект мой. Ну-ка, вот выделили все. И у нас этот момент, когда мы можем применить, а вот, вот так, применили shade smooth. И теперь идем нормально, говорим auto, вот то, что нам нужно. То есть она теперь вот сделала то, что я хотел, гладкий этот. Теперь включаем все остальное. Берем этот и перемещаем его куда-нибудь по оси X. Смотрим сверху, делаем махонькую. Так. Еще раз маленькую. И примеряем. Далее можем тоже Ray применить, MT у нас остался, да, этой штуки Ray, но она, скорее всего, не совпадет здесь, я почему-то так думаю. Так, пойдемте. Или я еще не знаю, как это делать, или это вообще не совпадает. 6-7. Сюда переходим. Говорим, в MT у нас надо. Так, больше, по-моему, ничего не нужно. И R. А, не-не-не, еще надо одно, еще вот это объект offset. А это при чем здесь? Я ее не убрал, да? Я думаю, все-таки, что быстрее, чем это все подгонять, быстрее будет Shift-D. Сюда пошли. Увеличить можно и сразу видеть Shift-D. Так. Shift-D. А, привет, сынок, сейчас подожди. Да, сейчас подожди, остановлю запись тут. Ага. Так, теперь все выберем. Так, теперь нам надо маленькие болтики вот здесь расположить, но я боюсь, что они тоже, как и эти, ровно не лягут, поэтому я сделаю по-другому. Я сейчас выберу и скажу, что нам нужен цилиндр. И у цилиндра должно быть 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так. И он должен быть поменьше, естественно. Вот, допустим, вот так. И мы должны его развернуть. Вот так. Чтобы каждый угол смотрел в эту спицу. Вот. И чуть-чуть еще побольше сделать. О, все. Такой ориентирчик у нас, ребята. Ну, а что, иногда бывает быстрее так сделать. Ctrl-D.
Так, стоп. А где наш этот ориентирчик? Интересно знать. Вот он. Так, наверху, товарищи, все по местам. Вот так. Вот. Ах, так, да. Ну, тогда держитесь. Во. И далее, как мы можем сделать. Теперь этот наверх. И он никуда теперь не пропадет. Ха. Решили нас обмануть, мы вас обманули. Так, теперь идем на семерочку. Берем этот Ctrl. Да. Сюда. Сразу его разворачиваем чуть-чуть. Ctrl-D. Сюда. Разворот. Ctrl-D. Ну, пускай будет в другую сторону теперь вот так. Ctrl-D. Вот так, пожалуйста. Так мы это сделали. Теперь эту мы удалим. Нам не нужна она. Все, ребята, да? Все, но за не все. Нам сейчас надо пойти в Edit Mode. Вот это и это. Ctrl-B. Ну, тут какая-то ерунда получается. Так, давайте мы попробуем. Ctrl-B. Вот так. Не более того. Хорошо. Теперь у нас ступица готова. Осталось сделать резину. Резину мы сделаем с вами так. Возьмем вот меш, возьмем торус и начнем его раздвигать. Так, где у нас? Опа, неправильно. Нельзя раздвигать до тех пор, покуда мы не установим, какой нам нужен именно торус. Потом это уже бесполезно. Так, S мы его увеличили, да? Сначала сделаем так, потом радиус увеличим. И вот этот радиус.
круглую сделаем. Поворочим здесь минор, мажор, минор. То есть и поглядим, как это выглядит. Это выглядит очень даже и неплохо. Ну, может быть, еще побольше сделать. Потолще чуть-чуть. Да, вот так будет хорошо. Ну, пожалуй, все, колесо готово. Единственное, что мы можем теперь колесо немножечко сузить. Вот сюда его, чтобы оно вошло туда. Так. Вот. Сейчас я поставлю еще и с той стороны эти. Тем, что, скажем, там mirror. Или еще как-нибудь, ну факт, и мы пойдем с вами покрасим колесико, правда? Так, здесь добавив новый материал, мы выберем цвет желтовато-оранжевый, металлик поставим на полностью, спекуляр можем меньше, больше сделать и немножко страховатости. Так, что касается самой покрышки, то она у нас черная, почти до конца, да, и у нее шумов побольше и чуть-чуть отражения. Так, чуть металлика добавить, чуть-чуть вот так. Ну и теперь пойдемте 0. Так, моделинг. Сделаем 0. Вот здесь выстроим такой квадратик. Мы множество раз это делали. И в этот раз я поставил с этой стороны свет в виде ария. Так, где он у нас? Свет. Вот он свет. Здесь я сделал 3000 вольт. Можем побольше сделать величину. Так. И здесь все нормально. Можем и 512 на такое маленькое поставить. Там, в общем-то, проблем нет. Здесь у нас 800 на 600, это, конечно, мало, но для попробовать как раз. Так, ну и, пожалуй, все. Нажимаем F12, получаем. Смотрим, что получится. На 512 я поставил, конечно, это довольно-таки мощно. Ну, нужно было еще и шумы убрать. Да ладно, на первых порах пойдет, а там будет видно. Ну и все, в принципе, колесо мы с вами закончили. Хорошо, что их 4, можем клонировать, копировать, как хотите. То есть нормально. Если хотите гладкие делать вещи, то делайте, конечно, на этих самых цилиндрах побольше, не 32, 64, допустим, да, и будет лучше, конечно. Все, на этом колесо закончено, всего доброго, пока!